Влад, так, начал запись. Да, это будет что-то как-то... Поставь что паузу, поставь паузу, чтобы можно было выбрать. Я знаю, как будет больше. Короче. Так. Ну кто там паузу поставить? Как? Что там? Зачем? Ставьте паузу. Попросили. Попросили. Нет, я так, я пошутил, но ладно. Ага, так кого не взять? Ага, либо. Я, короче, Санай сразу. Там закидывать тупо. Чё? Так, Санай у нас есть против Реми. У нас есть, так. Может, мне в Ригла взять? Диск будет потеть против него на лайне, кто будет стоять там пиздец. Ребят, может, мне в Ригла взять? Не, в Ригла в таких играх не тащит. Рейзен сможешь? Рейзенс я смогу выйти. Вот за Рейзен и с Реджиги на лайне. А можно возьму Эйрин? Нет, слишком много саппортов. Куинса настолько за Юку умеет. Кого нельзя? Что? Блять, это будет. Да кого нельзя? Куинса, вы Юка? Да, все, пикнуло. Так, ты сможешь Мока, тушня? Кто такая Мока? Макао. Что мне нужно делать? Тебе купить куру. Это ведь так, вард, кому вард дать? На мид, Илья, иди сюда, ты на мид пойдешь. Я с куринкой пойду. Где Илья? Кто Илья? Я тише сделал вас. Илья Мока. Май демон который? Нет, Санклауд. Боже. Летим за руны! А, руны! Руны! Я попёр быстрее. Серёжа, иди на топ, ты куда полетел? Так, ругаюсь. Риба, я на топ или куда? Короче, на топ, Рэнджи, иди на бот. Рэнджи, бот, иди. Ё-моё. Ты с... Рэнджи, бот. Рэнджи. Ё-моё. Раньше сказать нельзя было. Ну, блин, ну чё я заговорил, Серёжа, ты куда-то полетел, поэтому... Зачем ты не боишься микрофон? Риба, где вардить? Я за вард. У меня два варда, кушай меня как босса. Так, мы против Сани и Реми. Так, ладно, буду... Мариса. Буду харасить Сан. Не надо первым закидывать, это мана не будет хватать на всякий. Да ты не, лучше... я просто буду харасить. Иди на эти. Фу, козёла. Он такой чувство, будто через это Грасс пойдет. Саня? Да, я вот, наверное, не поражу. Дай вард. Сейчас. Дай вард. Кто на Марисе? На Марисе кто? Ух ты ж, козлы. На Марисе? Ой! Что такое? У него пинг 0. Ничего, блин, крипов не трогай. Нет. Я тут немного из-за незнания предметов не успел вовремя купить нужные. Это норма. Угу. Нет, да что ж такое-то? Иди сади, блин. Тихо. У меня еще какая-то хрень есть. Да, это банка. Что, блин? Иди на банк. Все, я иду на банк, я засольюсь иначе, моментально. Все, моя задача просто не нафидить. Все, хорошо? Саня потный. Потный Саня. Подожди. Я вот думаю, мне пойти через второй сейчас или чуть-чуть на вампире. Я в любом случае на 10 уровне пойду за Рошей. И Саня это знает. Бака на Марисе, да? Припофи сосредоточиться не мог. СС, возможно, кстати, он что-то в лес пошел. Он либо ждет, чтобы нас забрать, либо что. А зачем ты говоришь еще и в этот, в доту? Типа... А у него это как бы, ну... У него open mic. Зачем? А, кстати, сейчас. Сейчас. Настрою. Я только не понял, зачем? Все. Так, сон качаем. Реми первый на единичку, походу, только качал. Не задинай. Ничего себе. Бака, наверное, там уже бомбит от того, что я динаю постоянно. Нет, ладно, я ошибался. Что там, боль?
Так, гриба. Эти ушли. Боже, я постоянно динаю, просто баг начинаю. Так, может альт прожать здесь, где? Не ушли они! Блин, как ты полетел? Съёбывайся. Жить охота. Так, ты себе через подарки ангистил? Да, через что еще? Ну, вдруг ты дал. Ну, ты меня учил через подарки, еду через подарки. Кстати, Саня в керри не пойдет. Так что черт! Единственный керри будет, это Йому. Чего? Кто с ним? 5 хп! А Лахагуар? Нет, 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 не хватило мне этот 14 этого. Как же сложно играть, когда ты толком не знаешь предметов. ну, блин, грибы надо бы почти же засейвил. Так что ты мне засейвил бы, а? Я же не могу на своих сон кидать. Это минус, кстати. Да кинул бы на нее, я бы сказал бы, я бы с ее атаковал. Тимбург. Ну так я не говорю, не успел прийти. Какой я злой, а? 10 хп остался ты, Мэдис. Я бы, конечно, шахидился, но не хватило перезарядки. Четвертый уровень. Так, Грив пошел их гонять. Ты либо говори, когда стану, или когда что-то собираешься прям конкретному пиздюлей раздавать. Я тут конкретных пиздюлей не смогу давать до того, пока что я не включу. Почти убивать Марису, ну что это такое, а? Так. Так, спасибо, вроде бы что-то. Чтобы пуштань. Нынче купи ТП. Да ладно, давай. ТП. Просто у меня такое чувство, что... Я сейчас отпиздю. Так я что и делаю? Я что? Я же знаю, что мне нужно опять бежать на базу. Это черт. О, да! Я убил ее! Она меня утонула в упор! Че вы ПП купите? Ну купите ПП! У меня голды нет. Лошара! Так не сливаемся против. Ну, против окуна, ладно. Тем более при том, что это Реми. Так, Гриба, то бишь как бы, ну, не все так плохо, да? Да. Так, только пока я, пока ты один, не, ну, держись под башней. Нам главное, чтобы нас просто не испушили, все. И ты нафармился, больше ничего не надо в этом мире. Мне еще, ну, бля, нет, на самом деле меньше, 300 с членом, но это же... Мне всего 50 гривен только. Мне нужно одного крипа убить. Блин, как же это сложно. На борды стоят, если чё. Пёс, дикий. Сдохни. Беги, гриба. Ран, гриба, ран. Фух. Я не пойду в лес, а то сами за мной пойду. Ага, лучше беги на базу. А я под башней буду стоять. Саня ещё пятый, так что не повезло. Это было гарно. Блин. О! Сейчас. Либо я на базу тоже. Нет. Я говорил насчет диска, он очень потный. За Рейму он очень потный. Рейму! 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 Сейчас на Дэнаган приду на борт. А, у тебя еще льды нету, чтобы им ответить хоть чем-то. Ну нафиг. Вы хоть меня слышите, нет? Чего? Слышите, нет? Слышу. Так, Гриба, у меня есть подарок. Теперь интересный вопрос. Что такое подарочек? Как он работает, я уже забыл. Просто это типа мек? Это как качал. А я обнику. Рейзен, вы готовы? Погоди, Гриба, это что, Мидас или что? Как это качалка. Вот если я завязаю, что будет? Не бью, нам он продаст. Чего? Даст 90% от своей цены. А, то есть его юзать нельзя, да? Пока что да.
Когда нужна будет очень сильно голда, тогда занимаешь. Это чтобы тебе на варды там на всякое такое говно голды попадал, при том он силу дает, то есть он в самом начале. Хорошо. Ну что, я вообще крипов, я убил одного крипа, двух за динарил. 18-4. Мне 23 подсунули, мне 23 убито. О, кого пришла ко мне на мой. Да вот, я у нас СС. А, сори. Ну у нас двое как бы ушли, так что смотри, они там. На меду, они на меду, А вон он спалился. Есть? Да, у тебя есть, завер. Тут вата был еще второй у нас. Второй ват у тебя. Я поищу сверху, придут козы. Тихо. Они тут. Саня потный стопит крипов. Всё, Витос. Саня шестой. Надо ему по лицу давать, хоть с руки. Ты... Саня, катись налево. В упор, да, черт. Мастер спал. А что не взять? Блять, я же вроде включил ульту. Чем мне на маку взять, ага? Так, либо что там про. Ой, куру, апать, куру, что я за. Что я делал? Чего не апал? Чем мне на маку взять? Ты че, ёбнулся, что ли? Гриба. Ты коллект. Ну, этот орб собрал. Орб какой? Коллект. Ясно, значит, ульту надо раньше. Ты какой мир вообще? Ты, блин. 90% то, что ты. Ну. Да уж тебе надо. Так, либо давай-ка его под сон окружай. Так что взять? Зря сон дал. Что взять-то? Я себя под сон запилил, вот это я криванул. Что мне взять, Крив? Ну ты его забрал. Ну, по крайней мере, мы его... Все, я в принципе, так и рассчитывал. Вот и опу. Так. Гам. Криба! Что взять? Что взять? Что взять, да? Так, с коллегами ты еще раз говорю, собрал? Что? Нет! Имя, ну вот почему? Потому что я не знал, все. Делаю. Я забрал диск с инвиза. Ладно. Так, может тебе три варды поставить? Нет. А чё, сэр? У нас СС, кстати. Гриба. Ну я заметил уже. Там ты делал. Да они до сих пор где-то гуляют. Может мне метлу купить хотя бы, а чтобы бегать побыстрее. Опять этот Остер Спарк меня задолбал. Бей, Рейзен! Теперь уже от меня будет бегать. Ну конечно. Ну свою фиссуру даст козел такого. Так, все, ульта есть. Теперь ману не тратим. Иду в лес. Пойдешь лес фармить? Иди, лайн, идем. Шо? Я и иду сейчас фармить на лайне. Кстати, у нас СС, Сани нету. И опу тоже. Опу. Вы бойтесь, у них особо... Не Саню там, допустим, так, Сёму. Саня вернулся. Саня вернулся. А именно Марису, Кузнеца. Марис. Что? Марис. Твою мать, Дима. Ульту. Сможешь ей что-нибудь по лицу дать? Кот коза дикая. Все, я сдох. Я тоже. Взяли ультимульт просто в упор. К вам тут сзади подойдет, возможно. Блин, ну вот как. Нам уже подошли, там ты делал. Нам уже подошли, нам уже победили все команды. Просто немного долго думай. Говорите сразу, вот как только вот видите, что уходит, сразу говорите. Это, блин. Если будете долго говорить, это дотс, это не дот. Тут сразу ушли и все, и сразу говорите.
Прям моментально. Так, ты ж не против, да? Ну, тут помогут мне чутка, нет? Конечно. Уже бегу, стилит вроде. Да мне задолбал так быстрее! Чёрт. Так, варды. Так, грибы, я пойду поважу карту, ладно? Зашибись, он не пойду. Его я не буду. Шибись, дала часики, первый скилл, блин, второй. Я вам говорил про неё. Против неё так не налетайте сейчас на них. Вот на Саню можно, на Йому можно, остальных не налетять, не налетайте. Даже Рейвун это норма, что она так прям просто больно бьет. Фан. Ну это пиздос просто, типа. Я не знаю, я не успел ни сейвить, ничего делать. Тебе просто конца надо второй давать и ультовать. Все. Как главная задача. Ага. Бля, кушар-то больно бьющий. Да я не Дуся, я не знаю, где едят. Ульта, ульта, ульта! Секунду! А чё ты сюда пришла? Ультуем! Всё, забрал. Дусю, иди ищи, я её видал недавно. Так, меня всё, убили, да? Да, меня всё-таки убили. Нет, у меня ничего. Отстань. Вот это? Беги. Она не у меня, я тебе ещё раз говорю. Промока. Так, грибам. Так. Я пропущен, не ебались. Так. Теперь у меня такой хороший вопрос. Чего мне собирать дальше? Блин, у меня просто смерть. Да, во-первых, нам нужны варды в многих местах. Ну, я просто не знаю точное место, куда варить. Но я уже закупила. Так, банан. Так, в центре варки нужны нам? Так, сюда либо, к нам где идут. Нам нужны варды? Короче. Что ты не сигналишь? Сюда идут. Они сюда по лесу шли. Вынес близко. Так, а после этого этот после. Где-то в лесу там где-то шастали. Блин, почему с после... гриба? Как разобрать в центре варды отдельно от обычно? Это что после Ингьянка собирать? Вот я и говорил, то что они в лесу. Либо. Что? Что собирать после Ингьянка? Ваша. Угу. И нафиг ты их сагрил? То я? Так, вард нужен на ХГ. Не знаю. Что? Поставь его тут. Саная! Я сейчас... Саная! Надо идти спасать! Вот, идите спасайте. Первый, второй ульт! Наоборот, первый, второй! Первый, второй. Да. На. Уходи быстрее, Юка. Да все, я мертв. Ты мертв? Да. Кузнечков. А, я мертв, заглушил. Ох, я ушел. Блин, три смерти твоих убил. Скатился. Так, можно я отойду, подождите? Так. Макао. Либо помнишь Макао? Помню. Так. Яну бы написать или Саньку? Не кому из них? Саня. Санька? Так. В общем, смотри, Саня, Илья играет за Макао.
Почему нельзя по карте бегать? По карте. Пришел, пауэрплюк сделал и ушел, да. Кстати, Санька. Санька говорит то, что рачит замока. Кое-кто замока рачит. Макао. Алло. Макао. Все, продолжаем. Ты замока рачишь. Так, Гриба, мне нужно знать, где ставить варды. Что я рачу? Че, фига что? Тут. Так. Тут. Ты че на меня наезжаешь? Так. Ну хорошо, все. Как мне только туда живым пробраться, я вопрос. Блин, а два варда только. Всё. У вас там зенит есть, хорошо. Давай яичко. Тут будет вопрос. Чёрт! Да почему мне постоянно куда-то надо? Да. Куда ты пошел? Как больно. А подвисает они только. Все, Никита, Стас, Герман. Что-то сильно не сейчас подвисает, однако. Не, надо отдефать, и уж тогда идти. А, какая боль! 200 хп! 60 хп! 50, 40, 14! Я свалил. Саня, не убил. Нет, это утаскивает постоянно. Блядь, они решили. Так, Гриба, все-таки что мне собирать? О, какой-то бол можно собрать. Так. Тихо, ну что? Ладно. Что там происходит такое? Ого! Просто план тащит. Так, а я пойду вардить, пока есть возможность такая. Трипл кил. Как засейвился, бля. Тортик помог. Наверное, это скорее всего. Так, камерное чмо у нас есть. Ой. Так, Гриба, где еще вард? Так, а сейчас тут рунка. Блять, кузнеца, там где еще выше ставить. А-а-а. Мне ж скоро за броши идти. Я у. Ара, давай туда поставлю еще один тогда. Давай наверх. Давай. Все. Ты бы сказал, что на хайграунд ставишь. Короче, арбуз не меч. О-о-о-о, ребят, тут походу это. Что это было? У меня все же стало розовое. У меня тоже. Только не розовый. У меня желтый вообще. Ой, бля, я че из-за орба. Не? О, фух. Самоубийство. Фух, что? Да. Не морись, что ты чуть убьет, просто спать. Оу. Сон ее. Сон ее. Надо было нормально. Ребят, что, пушить начинать, нет? Я пошел пушить, у меня ульта есть. Идите там вместе, пушьте. Только, блядь, мид, ну ладно. Кто там розовый? Рейму. Да, алло, чего? Да, чего? Ой, ну хорошо. Давай, хорошо. Давай. Все, уходим, ребят, уходим. У меня тут двое пока что. Угу. Ну ж, пойдем к Грибу. Грибчики.
успел, не застану. Боже, ёму, ёму! Либо я на базу, у меня хп нет. Немного. Потом вот это возьмешь, слышишь? А, ну, короче, сам ну, ладно. А, че, все посваливали? Куда бежать? Так, надо вард купить. Значит, ладно, забегу за вардом. А кура есть? Раз, два. Так, пойду лесок заважу все-таки. Сейчас сюда подойдут. А че, блин, так неужто они развардили, а все? Да. И сейчас всей толпой сюда придут, они где-то здесь там были. Хорошо, прямо. Тогда нужно эти сентри купить, чтобы отбивали тип. Бежим! Я думаю, они еще дружут. Ой. Да куда ты куда идешь? Мы иллюзиями пошли, а ты там полетел. Да! Разлетился. Ты лютый просто кузнеца. Тихо! Бешеный лютый. Бешеный. Дикий. Юка на шестанке. Четыре брони, вы че? Думаете, это просто так? Четыре брони. Это вот это на ХГ контролируй. Араш. Так, Гриба, как это, как сент, ну, выбрать, тут есть центры варды у меня, они почему варды собрались в одну кучу? Потому что, двойной клик. А, я идиот. Чё, все-то на ХГ полезли, я в жизни не подойду. А, да, нашёл файл, такими темпами тут ничего не будет. Что? Что ты, Саша? Мне пытаться, может быть, завардить? Как минимум наш ХГ надо заговорить. Где еще раз сказал? Вот здесь вот над деревом. Над деревом. Хорошо, у нас чело... Рейму! Так, чело проверим, вот их вард. Так, раздевардили. Теперь наш вард. Завард. А, просто алгоритм у нас. Нормально. Резон вынести. Этого уже я дохуя плохо. Какие больно бьющие псы. Ты пёс. Они дикие. Что, не люди? Два часика сразу. Гейба, слушай, тут их трое. Может мне как-то красиво залететь и... Много станов. Нифига мне сколько нанесли. 4000 дэмэджа. Один. Да. Второй! Кидай как воду, бля. Да, все, уже поздно. Как он мне так все хп-то вынес, а? У него второй скилл жесткий. Если сильно вблизи, то он дамажит по жесткому. Как на него этот стан мой не подействовал? Ой, хорош. Бля, пиздец. Сука. Лоу. Еще своим шаром, бля, прилетел. Лоу. Просто. Бедный Мариса. У меня 1200 гривен. Что собирать? Что будет полезно для команды? Ну, собери редизайн инвентейшн, это мега. Как еще? Сейчас у вас маны. Редизайн инвентейшн. Такая типа черно-красный залуп такая. Ну, типа билетик. Как ТП выглядит. Только раз другого цвета. Так, это надо. Секунду. Ты не кажешь, что же на искатине жест смотришь почти? На искатине. Блин, сама... Все, понял. Сжирать. Своей ультой. Мои иллюзии забирать. Это вы имба была. Да. Подошел ко мне, забрал мои... Ты знаешь, как бы это уже, блин, раньше? Пиздили вы так. Так, на топе там много. Так. Проб на топе? Проб? Проб. Твои проб супрей?
Мои просто время-то и нет. Так, ну что, одна юбка на кого там? Ребята, 100%. Так, у меня обычные варды. А кто у них? Да, Йому Теншима. Они рядом здесь, вот здесь побывал. Варды еще чисто на Роше. Они собирали сюда идти, кстати, потом. Чисто на Роше был вард Куинца. Можно? Дай... Просто у них Йому. Так, подожди, ты надо сначала мне взять этот вард. Просто у них Йому есть, из-за этого я и боюсь, то что они на Роше лезут. Надо вард. Ладно, попробуем. Так. Все, прощайся на ульт, да, я хай. Блять. Забейте эту Йому! Восстанили, сука, у меня и КД был как раз только откадышилось, и все. Где я вообще? Они, кстати, против меня могут собрать это. Little Bear. Ой, это фуль, Little Bear. У них две части. Да двое часиков и ничего не делают. На кого это... на кого-нибудь кинуть сон? На Саню. Давай. И... ультуем! Ну почему она не ультует? Да почему она не ультует? Ультуй все равно! Ты культ не ультует! Вот она только-только разультилась. Что он до этого делал? Скажи мне, пожалуйста. Достань. Кушать давайте. Достанет. Алло, это Рампага, алло! Какая Рампага? Что там на Рампагу сделал? Я трипл килл сделал, блин. Боже. Я тампу сделал. Ладно, я не знаю. Пока вы отвлекали, я взял первый кукла и под ультой залетел. А я Йому убил. Вот эту вот. А я Йому убил. Подожди, стоп. Трейзен, знаешь, как ты его слил вообще? Я ж охиднулся в нее. Ты, это, блин. Пуш, давайте, го-го-го-го. Ты, фаст. Еще ультану, ребят, еще ультану. Хотя так заберем. Все. Приму! А ты зря, ты да? Да, это зря, я просто не видел вас. Бля, им помогать нет. Да. Монстр килл. Да опять же, я отвлекаю постоянно. Блядь, подвисло сейчас. Да. У меня сейчас как раз Тима Флэндер играет. Подвисает сейчас. Вот давай. Гад, а! Сколько они тут вардов наставили. Блядь! Бьют сейчас все! Затроллился, най! Оу! Это какой как выжил? Отхватил. Сейчас Саня бомбанет. Чему? Потому. То, что я Саню знаю. Нифига себе! Наверное, больно таких критов выносить. У меня тоже что-то тинг поднялся, кстати, ребят, что-нибудь знаете? Да там баг, наверное, что-нибудь снова альта будет. А, вопрос. А что мне дальше собирать? Либо мне лучше крипи или Frozen Frog? А? Вот ты арбуз на меч собрал, собрал, все, да. А для мокро. А что ты еще там хотел? Ксевой. Ксяо? Или вот криты. Кораблик. О, смотрите, вот у меня механизм. Может мне сувака на излоб собрать? Или кораблик, или Frozen Frog, либо Ксяо.
Дайте мне подумать. Так. Ксяо, наверное. А для Моко что брать? Сейчас зайдут к вам сзади. Ксяо. Кто-то был здесь. Персики и лес собирай. У нас будет три керри, и уже жесть будет. Ой. Тончайший керри будет. А, о, Мариса, Мариса. Кого заберем? Рошана тут нету. Рошана я забил уже. Не Аега вообще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Они здесь рядом, блядь. Разультились! Какой кац устрелился. Нихуя не заработал моя ульта. Там вот твоя ульта, это типа, знаешь, слабое место, я уже не помню. Гриба знает. Гриба. Как, что там у ульты и юка? Зря я пошел. Шо, ульты и юка? А, типа, от нее можно вернуться, как бы. Ты не знаю, как все увернулись. Гриба, как? Блять. Взял превративающий. Зразу. А с ульты и юки очень много способов. Ну, видно, как бы. Ксевой, и ульта, это йому. Давай. Давай. А, мой сон иди. Блин, у тебя в КД все. У меня все в КД. Я бегу на тупики, Юка, беги. Я молю, чтобы Саня не выстрелил. Через леса, через мид. Все, я жив, я способен выдержать удар Сани. О, регенерация. Да я вообще-то на себя забрал их всех. Они меня забили, им всего лишь они, кстати, там хотели этого подобрать, забрать, короче. Ну, был козёл, я ж почти! Ты чё стоишь? Меня, если чё, тоже косарь получилось. Чёрт! Так что у них два косаря. Как так получилось? Я же почти... Я просто в обидке, просто, не знаю. Я хотел просто, знаешь, типа, зарезать, ну, кого ж тут нету. Ну, блин, говорит, рядом с ХГ взял, зарезал. Сука. О боже, ну за что? Саня, дикое свидание. Так, первый скилл по Сане. Пора ему! Ой! Арррр! Вах-вах-вах! Я жив! Ульта это, и сана, и все. Минус Мариса. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мариса лох. Юцк тоже. Слушайте, это не в такой ем. Да могу, я сам уже порву. Ты, Илья, я тебе скажу, если ты соберешь персики, тактикус и башер... Так, Саня, грибы, у меня есть 2000. То ты сможешь один на один кого угодно вообще забрать. О, грибы, а Феникс Винкс, они раздают эту ауру этого. Ну, типа ауру армора. Нет. А ауру армора. А, паразол кузнеца. Паразол. Что это? Блудстейнед. Блудстейнед паразол. Как выглядит? Короче, под Ятагорасу. Зонтик, зонтик. Зонтик, да? Красный зонтик. Красный зонтик. А, вот, точно. Ну, короче, буду чисто на саппорта работать. Так. Так, все, варды я закупил. Так, я пошел вардить ХГ. Иди нафиг! Нет, такого нафиг не пойдет. Грибы Frozen Frog, да? Или криты? Что лучше? Не знаю, на твой выбор. Так, раз тут заварили, пойду вардить эту. Рошана. Они сейчас на меня вылетят уже в скором времени, так что пойду. Ладно, я сначала ботинок ТП куплю, а потом уже. Я думаю, тут так, как... Ай! Ульт! Да! Мне, конечно, брать, но не суть. Саня еще такой фису удал божественно. Я успею вард поставить. Все, я полезен.
Я вот чья чибенгет полезен. Он, а мы по уровню их очень сильно обходим. Да блин, нас... я только вард поставил. Но только у нас мок и кузнеца немного побывает. Ну нормально, нормально, нормально. Ну я вот сейчас собрал... Нормально. В общем, я счет на... вообще зашибись. 2-6-2-8-4. 5-12-5. Запомни, за Санаи всегда... Ну вот, ладно, не всегда. Если ты не дедрановый Санаи, то у тебя... Ну, в 90% случаев у Санаи... Где-то, ну, ассистов где-то 2-3 раза больше, чем киллов и смертей вместе взятых, если нормально. У меня ассистов больше. Ну чё, у меня киллов дофига. Ну ты же за Рейзен играешь. У меня смертей, у меня смертей дофига. Имба. Меня не стараются забрать, чтобы у вас маны было меньше. Нас у кого мана реально нужна, это у кузнеца. Больше никому не нужно, но в том-то и дело, что вы должны курицу, если вы не залетаете, вы там пиздец можно бросать. Вот вы, если вдвоем с курицой, вот реально, Санаи плюс Юка, это имба. Потому что Юка каст, ну, ульт каст, и, ну, короче, не могут... Фух, минус один сделал. Ничего, не... Минус один сделал и свалил, зашибись. Не свалил. Я строк минус один сделал. План, я бегу! Да не иди сюда! Я там к сегодня буду бежать, так бы я выжил. Хорошо, я убегаю! Ты бы взял иллюзии, тебе от ульты-то. Никипа, ты чё? Тихо. Ну ты гриба, блин. Подожди ты, ё-моё, ты слишком много психуешь. Так, грибом. Попробуем залететь. Так, Саню подсон. Пошла ульта, родимая! Ультую! Не работает! Нет. Интеракт, интеракт! Уже молодец. Да все уже отправили. Да надо, чтобы с Санаи мы залетали. Без Санаи нельзя вообще залетать. Рейсинг стоит. Потому что у них Реми, а Реми ультанет, и мы с места не выйдем. Все, пипец ты, да? Я не гляю, поушел. Сейчас. Дабл килл. Не только ему. Воу, что-то сейчас был реально неудачный замен. Блин, я двоих. Я только что два килла сделал. Санаи хорош, забрала их. Го конкордик. Да, как это, как Шихори один сделал, короче, у него было сапог, три веточки и две конкордии. Что делать будем? Ну то, что под башню он подлезет, ульту кинет, я уже не ожидал. Так, надо ХГ еще тут заварить. Рошана бы завардить. Это не даст до Рошана добраться живым. Ну зачем я бы тебя немного застрелил и своим вот этой хуйней. Если бы успел подойти нормально. Неплохо. Они точно Рошана бьют. Твою! Мама мия! Центрифуга! Все, ребят! Вторую! Ультую! Вторую! Мне не ультуй, отмени, дау! Я бы сбугался! Что ты сказал вторую? Поэтому ты ультанул, да? Да. Да я не знаю уже кого... То ж так делаю, плюс. Испугали. Просто я не знаю, это нереально. Ну ладно, скажи спасибо, что это не Страус. Что то, что ты испуга в землю не прячешь. Сука, заебал. Так,
Тихо, вот я сейчас начал фидить, все. У меня уже 8 киллов. А глиф? Смертей. У меня, да. Глиба. Знаю, есть. Не получили за тим? Я даже не буду. Ну? Тихо, я их гонять буду. Не надо. Я сейчас не буду залетать. Глиба, подожди 50 секунд. Тяните 50 секунд. Да не, я, по крайней мере, до кузнецы. Нет, только не санаю, пожалуйста. Либо нет, не надо, не залетать. Это плохая идея. У меня ульты-то нету. Прач. Сон ее. Она во сне. Либо ты поможешь нам Аллаху убить. Готов? Нет. Слились, да, 3-0. Либо не смей сливаться. 12 секунд. А есть что-нибудь, что мне помогло? Сон. Кинь, сон. Подходи туда и ультуй. Подходи, 3. Ультуй. Нет, да ты не успевай. Ультуй. Хорош. Чё? Ты была же. Нам надо всем в пятерых залететь. Всем в пятерых. Да. И пойдем через бот. Ребят, я постараюсь дефиться. Да мы ничего. Ну просто иллюзии мне, давай, у тебя там это. Не смейся, главное. Ты нам нужен закрыть кири. Не рискуй, главное. Можешь отдать башню, но не рискуй. Я появился. Ты тоже не рискуй, дать. Нам похуй, как ты держись. Ну по-любому, тут не залетим, ничего не сделаем. Надо ждать. Говорю, нам надо всем в пятерым. Если мы все пятером летим, мы их на изи вынесем. Мне просто нужно ультануть. Причина? Надо не только тебе ультануть, надо ультануть тебе и Санае. У меня ульта нету. Я ее потратил. Я еще вот сколько ждать надо. Ну сейчас КДшится. Как встанем на дэш. У меня самого ульт, когда там. Опа. Я попытался там засейвить, все-таки закидали. Так, стоп, надо хоть все-таки пробовать заварить. Короче, идем через бот, я иллюзиями буду... Сейчас, подожди, ну, проверь, короче, тут скажи. Реконом буду. Главное, чтоб меня они не засейвили. Просто фаст путь через бот. Сейчас, я проверю по поводу вартов. Что, через бот, так через бот. Вартов, правда, нету практически, так что. Так, они пошли через стол. У нас быстрее гораздо пуш будет. Сон! Все, сейчас я под. Просто дайте пиздюли, гей. Давай, кто его там? Дай! Поехали! Ультуем! Нет, не ультуем. Пуш! Бараки! Блин, ну кто. Саня! Да. Вот козёл, дикое создание. Спрейзен! Мне придётся отпиздить Йому. Я к Сиой не успел. Что? Часы? Дра. У меня просто выбудет часами, из-за часов забрал. И никто не будет дефать? Его камера, если чё, ребят. Да камеру похуй. Из-за того, что вы не дефали, мы прибавим. Да. Сука. О. Так, стоп, у меня почему-то чё-то такое место на карте. Я могу двигать после того, как мы слили. А, вот он. Если чё. Там потно, я не знаю как. О, да, чё-то вообще. Как-то у Ильи не удалось. Да, не удалось мне. Я ничего не могу. Ладно, я пока отойду, мне нужно картошку почистить. Тоже ты, тоже ты любишь. Ауч.
тебя посливали столько раз. Меня? Меня так посливали? Пушера? Да тебя-то понятно как. Меня сливали просто, часики давали, первый скилл, короче, вот этот шарик, и второй скилл, она там вблизи подходила и упала. И все. Я не... Это Санай. Бля, баг ушел. У меня тупо с этими всеми скиллами, блядь, кидали, нахер. Ульта, в ульту попадусь, эту, то в другую хуйню попадусь, блядь, пиздец. У меня, считай, шариком и этим вот скиллом убивали. То этот фишуру свою даст еще. Блин, тут так убивали, блин. Еще и купили, и, блин, нафиг. Я, блин, уходить уже не мог. И к ним в инвизе подходить. Простите, ребят, срил, ну, бывает. Толстый. Простите, ребят. Не будь толстым. Да тут мелкий орёт постоянно. Ну, делать нефиг, да, вот он орёт. Типа и толстый. Бабич. Я не шучу! Опа. Бабич, всё. Короче, я добавил тебя. Кого? Кто? Чё? Друзья. Кого? Когда? Я вроде же так... Я потом вроде бы тоже добавил, он что-то не принимает и не кидает. Говнюк. Говнюк, ответь! Говнюк, ты здесь! Пёрни, чтобы тебя увидели. Что, говнюк? Я говнюк, да? Да. Прими приглашение дружбы. Ну я? Пёрни, чтобы тебя увидели. Иди так. Сейчас я от себя приму свое предложение, которое тебе бросил в дружбу. Я тебе? Я принял, не надо. Сейчас, что ты? Сейчас я приду к тебе домой и приму предложение дружбы. Я принял предложение другу, не надо. Ты же меня наезжаешь. Ты ладно, пришел? Ладно, все, братич, все. Не надо негативить. Я буду негативить. Негатив. Потому что я лох, и вы за меня слились. Да ладно, братич, все норм. Но Стивар поддал, в этом все проблема. А сколько он раз слился? Кто, я? Да. 14-15 раз. А шо? У меня ассистов 28. Ну вот. Клип. Там же Клипе помогал, Санае помогал. В каждом замесе был. Мне почти не убивал. Потому что он мне стилили. Ты думаешь, я убивал? Ты думаешь, я убивал? У меня мало ассистов было, то что они иногда меня первым убивали. Я просто в каждом замесе был, ты это понимаешь? А я где был, по-твоему? У меня 28 ассистов, это точно я был. 25 ассистов, я точно был в каждом замесе. У тебя там было вроде 20. Где-то просирал замесы. Нет, я тебе говорю, мне иногда первым сливали. Но, блин, это сучка, блин, крашеная. У меня скилл и все. Мы тут свои шары, блядь, кидает. Блин, Глеб, посмотри. Первые часики пропали, на меня вторые часики кидают, да прикинь. Это правильно. А ты что думал? Стоп, всю жизнь так просто? Я думал, да, так просто. Не-не-не, чувак, жалко не жизнь, за это очень сложно. Не кидают. Просто Мариса на меня часики кидает. Еще Мариса на меня первый скилл дает. Это вообще жопа. Я там подыхаю за 3 секунды. Ну, ты сама сыграю, я вообще играл, знаешь, чтобы не чтобы выиграть. Ой. Ладно, все, пока я запись остановлю.